В этом танце сразу два эксперимента. Партия лебедя исполняется темнокожей балериной под оперное пение. Дивертисмент «Черный лебедь» придумал Руслан Нуртдинов. Артистов для своей труппы он искал в Бразилии. На кастинг пришли сотни. Отобрали самых лучших. Мне было всегда любопытно, а что будет, если одеть белую пачку на темнокожую балерину? Мне было любопытно, а как будет смотреться опера и балет вместе? Для этого номера черную пачку специально шили на заказ. Художественный руководитель подчеркивает, это самая большая пачка в России. На нее ушло 1,5 килограмма разнообразных перьев. Солистка танца Паула Доминиани уверена, черная пачка ей идет больше белой. Белая пачка очень комфортна, но черная пачка, я сама удивилась, она сидела очень хорошо. Смотрелось интересно. Это очень интересно, что сегодня мы показали контраст из белой и черной пачки. Но я все-таки предпочитаю черный образ лебедя. Номера темнокожих артистов разбавляли выступлением танцоров из Мариинского и Большого театров. Всего в Липецк приехало 10 человек. Организатор проекта сам признался, европейцы классический балет танцуют лучше, а потому решил добавить номер, в котором танцоры африканского происхождения смогут показать себя во всей красе. Африканских артистов африканского происхождения, у них немножко другой скелет, у них другая структура тела. Им очень сложно добиваться тех успехов, которых можем достичь мы. Мнения липчан о балетном эксперименте разделились. Кто-то кричал «Браво!», а кто-то откровенно морщил нос. Но танцоры к такой реакции уже привыкли. Эту программу видели во многих городах России. А теперь ее покажут в Белоруссии и Украине. Наталья Медведева, Вадим Гапанчук, ТВК Новости.